надо завелось животное? Смотрите, бля, издевайся. Это у меня что-то по солнцу-то потекает, радиатор. Так, ну что, куда? Сюда? Потом сюда, потом. Или вы сюда, а я в тот конец попробую. И потом где кто найдет. Руками машем. Сейчас стрелять не буду нахуй. Одна трава. Похоже, бля, сантиметров 12 лев. Начнем с дискотеки, с любимой. Не была включена камера. Вот она, первый окунечек. Так, отдадим Дане поди. Вот он. Бродяга. Вернулся на старую лунку. Тоже нифига. Ветер еще сильнее поднялся. Прессинг, конечно, это озеро. Нормальный такой. Народу много. Олег там подергивать, по-моему, стал. Ну где ты? Где ты бродишь, полосатик? Поменяем мотылика и попробуем вот эту лунку. Это как палка там.
вот они у них за яйца там они берет такие. И вот на глубине нас мешает. Камеру помахать, да? Махай. Привет. Привет на Первомайске. Может, телефон найдешь? Да, да. Два года давай прошло. Там бы прямо. На там бы я не. Связь берет. С Первомайского звонят. Сейчас скажут, где рыба ловится. Поле может, ну, поле. За 11, наверное. Я мне замерз. Телефон замерз вообще. В кармане? Ну. Мне что-то показывает. Не, я его включил. Включил. Не любят холода. Давай до 11 посидим. Нет, и тогда уже знаю. Поедем на Первомайский. Че, Коля, домой? Ну че, идет нам. Думаю-то хули смысл в такую даль ехали, блядь. Ну вон там озеро, вот как мы поворачивали вот трассу с правой стороны. Да то, там, а там, там вот такие. Там у вас, блядь. Коля тоже горит туда нахуй. Я говорю, да хули уж тогда на Первомайский заехать. Батарея разряжена. А? Батарея разрядилась. Разрядилась. Замерзла. Сейчас по пути, блядь. Ну как бы домой нахуй. Пойдем? Давай до Первомайского. Езжайте, если что, а телефона нету, позвоним. Я сейчас не заряжу. Поставь. Ты что, зряхни там так, все. Ну, сорвемся тоже тогда. Мелкий, главное, потёртый. Ну, то вообще, хочешь. Всегда хорошо там, где нас нет. А? Куда ты едешь? Там тысяча будет. Там, я думаю, мелко. Когда Талмасов-то помнишь это? Ну нормально тогда надергал. Ну он оттуда же поехал. Сейчас посидим до 11, когда поедем. А сейчас сколько? Сейчас минуты. Заедем, ну пусть сейчас. И поклевок не видел.
Мизинчиковые. Мизинчиковые. Тульская, ага. Вообще капец. Так душу отвести. Нажерлится, ага, самый раз. Ну вот такой уже, как морской. Будешь брать такого? На раух его ни крупного, ни мелкого.
Это как на песчанке. Да? Ну так и здесь бывает крупненькие попадаются. Че? А? Нарыбачился? Душу отвел. Да его. Назад его. Да это, выскользнул с рук в лунку прямо. Выскользнул с рук в лунку. Ветром кивок качает, они клюют. Ну вот уже практически морской. Ага. Как они почти одинаковые. Ага. Олег, ты зубы возьми. Нет, зубы не два надо. Возьми их, да? О. А этот автоном голову. А если подальше отнести? Живой его, нахуй, рот открыть. У меня есть фотография. А что, уже не открывается? Я говорю, зубы, он белый, он сел справа. Там у меня где-то есть тоже фотографии. Ну, надо. Хоть свежим воздухом подышали.